Ага. Ты ее отпусти, она сама. У нас Белочка запросила козла. Сегодня 21 января. Вот, Бакс. Это второй козел наш. Вот сейчас. В общем, тихушница оказалась полная. Вот. Ну, 2-3 садки, надеюсь. На. Есть. Садка хорошая была. Сейчас еще минут 5. Хотя бы до второй садки загоним завтра, если что, еще подпустим. Бакс, давай работай. Лунтика не стала выпускать, потому что Лунтик, как бы он ей подходит. Вот. Они не родственные крови с Лунтиком, но все равно. Теперь, получается, сейчас будет... Она, получается, если сейчас она покроется, в июне месяце будет окот. Бакс, давай работай. Белочка, а ты почему такая тихушница, а, Белка? В сарае еще козел орет один. Давай, мальчик, отработай. Елочку еще одна, это одну. Мужу отдали, принес, но еще не давали им. Бакс, давай. Не холодно, слава богу. Сегодня хорошо, хоть не холодно. Давай, Бакс. В общем, вот сейчас еще вторую садку сделает хотя бы, и все. Муж его заведет в его сарай, а я заведу ее в ее сарай. Работай, работай. Давай. Давай. Не май месяц, январь. Работай, мальчик, работай. Белка, стой. Что-то вторая садка вообще не получилась. Во! Он скажет, я исправился. Я изменился, я виноват. Ну вот, еще бы третью садочку. И вообще красота. В общем, получается, я как заметила, что она просит козла. Она стала тереться возле меня. И да, Белочка, да. Стоять, потихоньку подвиливать хвостиком. Но не кричала, не просила. Вот, поэтому я сразу обратила внимание на это. Посмотрела петлю, она немножко у нее красноватая была. Но не опухшая. Поэтому я изначально сказала, что они по осени, получается, не покрылись. Она и Катя. Ждем Катю теперь. Сейчас Катя запросит, еще и Катю покроем. Будут окоты летние. Два окота быстрее всего летних будет. Вот. Ну давай еще третью садочку и все. Ну, в общем, мы будем третью садку ждать еще. И будем загонять. Белочка, вот она уже все, она уже начинает. Не бойся, чего ты? Иди. Иди, погуляй. Давай, Бакс. Бакс, давай. Вот козлу не мешаем, козе не мешаем. Как бы они сами тут разберутся. Как я это называю. Ты не замерзнешь вообще в куртежке в джинсовой? Сейчас это, подожди 5 минут. Ну давай, Бакс. Вася, работай. Белочка, ну что ты делаешь? Пусть это развернется, что ли. Козлу в марте будет 2 года. Бакс. Козел 2-летка. Лунтик у нас 4-летка был. Сейчас, кстати, ему 26-го, Лунтику будет 4 года. Вот. Давай, давай, дорогой, работай. Вот все-таки в хозяйстве свой козел самое то. Вот неожиданно, видите, в январе запросила. Если бы не было козла, где бы я его нашла? А нигде. Потому что у нас в нашей стороне козлов всех убирают по осени. Покроют коз и сразу убирают на мясо. Никто держать не хочет. Говорят, невыгодно. Говорят, что только дармоеды едят, свою порцию съедают, а работать не работают. Так, от елочки отойдите, давайте работайте. Вот, будем ждать еще одну садочку. А я буду закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставим класс. И всем пока-пока. У нас осталась Катя на покрытие. Вот эта девочка. И осталась малышка на покрытие. Малышка! Вот.
так как она, вот малышка, рожала в июле. Катя хоть и в апреле, но прохолостила вместе с Белочкой. Да, Белка? Вот. В общем, дай бог, сейчас еще и Катя следом запросит. Надеюсь на это. В общем, две девчонки еще на покрытии остались.